Ну вот палац культуры. Курды. Вот такие вот дела, ребятки. Дела так и должны быть, непростые, но и не катастрофические. Жизнь точится далее. Если мы сейчас выйдем к нашему парку, то там увидим на некотором этапе прогулки пропадает желание что-то говорить, особенно когда Мургетта. Вот, кстати, видите, был, проходил Мургетта, и мы утрафили на очередной памятник. Вот она, типа гетто. И вот тут вот стена гетто. Вот как она была мурована. Ну, как говорится, история полна загадок. Где есть правда и где есть неправда. А неправда то везде и во всем, и она занимает первое место. По вот что интересно, что я по всех своих прогулках по Варшаве, вот тут окрестность было жилище мамы, которая скоро уже не будет нашим жилищем, но это не важно. И я так и не был на этой площади с обзором. А тут интересно, есть пару театров, пару костелов. И, возможно, мы сейчас пройдем так, чтобы панорамично снять, чтобы не было слишком узко. Вот он, костел, там виден соответствующий.
театр цыганский. Ромен, Леви. Повторка, что с Москвы. Сомневаюсь. Может, я не попаду на эту площадь. Да, ну, конечно, в Варшаве полно всяких кафе, ресторанчиков. И люди себе не пропадут. Как говорится, найдут где перекусить, попить каких-то напоев, в том числе и алкогольных, при желании и по потребности. Уже начали ездить, съезжаться, но это войсковые, скорее всего. Вот. Что они там повезли, не знаю, обои какой-то, какая-то шишка. Вот. Добро. Сейчас мы туда поправим сегодня. Ну вот там мы видим. Фонтанчик перед палацом культуры, их там несколько. Но у нас сегодня не запланирован поход. Это когда-то надо будет обновить тот фильм. Серия фильмов. Операции по Дворце культуры, которые я, так сказать, некоторые информации там обширно представил, как мне кажется. Конечно, можно было бы еще чего-то найти. О, тут вот первая демонстрация рабочих и Польши в 1904 году. А что это за мемориал? Даже никогда тут не был. Ну, наверное же, не в честь буржуазной Польши бы вряд ли. Это, наверное, посвящено каким-то экзекуциям над жидами. Ну, мы увидим, насколько. Освещается и так далее.